добрый вечер, парк Арененбаума. Речка Карста. Колокола собора Архангела Михаила. День первоверховных апостолов Петра и Павла. Закончилась вечерняя всеночная служба, и звонят колокола. Вот как замечательно. Выходим к прудам и Меньшиковскому дворцу. Часть пруда огорожена. Здесь содержатся лебеди. Вон они какие. Ой! Лежат монетки на счастье, на удачу. И лебеди. На том берегу, не знаю, зумирующую камеру я не взял. На это тоже, наверное, видно. Лебедь-шипун. Входим в Нижний парк Меньшиковского дворца.
Здесь, пожалуй, и заблудиться можно. Вот какой флигель. Сам дворец за дубочком. И нижний парк. Цветут розы. Розочки! Розочки! Да. Стоят скульптурки. Дубок. Дубочек. И вот какой. Меньшиковский дворец. Осень. Скульптура. Вот как замечательно. Обзорные площадочки, террасы. Безлюдность такая, да? Mm-hmm. Таких мест там нет. Во флигеле церковь целителя Пантелеймона. Красота. Зима. С голыми ногами. Да. Босиком зима стоит. Розы.
А это что за скульптура? Воздух. Скульптура воздух. Здорово. Какие такие? Прямо лабиринчики. Лабиринтики. Лабиринтики. Нет, это, конечно, не липа. Похоже на липу. Похоже. Липа, это липа. Это вот так высажено и пострижено липа. Так, здесь у нас закрыто. Закрыто? Да. Ну ладно, приедем еще разок. Так подожди, может пока... Вот как замечательно. Вечерняя прогулочка Меньшиковского дворца. Вот как хорошо. Дубы, пруд, красиво.
красивый пруд в Орненбауме. Двор Меньшиковского дворца. Вот. С такими цветники. Замечательно. Большой двор, а сам дворец маленький, меньшиковский. Птички. Что за птички? Не подпускают к себе. Пахнут цветы. Чудесно. Меньшиковский дворец, увенчанный короной. И герб Орненбаума. Орненбаум.
померанцевое дерево. Летит вертолет. Данилычу Меньшикову. Надо сфотографировать. Вот какой замечательный вечерний Арненбаум. Чудесно. Вот как чудесно. Раскидистый дуб. Летит самолет. Дубы, лужайки. Звонит папа. Как замечательно. И говорить ничего не хочется. Идти и любоваться. Гудит трансформатор. Мостик через речку Карсту, впадающую
пруд, Нижний пруд. Вот речка заросла хвощом. В этом есть своя красота. Замечательно. Вековые ели на берегу. На обрывистом берегу пруда. И Петерштадт, дворец Петра Третьего. Белые розы. Какие чудесные цветники. Дворец Петра Третьего. И сам он стоит в саду перед дворцом.
Во какие розы. Да. Лавровые деревья. Что это такое? Что это такое? А это не это, как оно называется? Люпин? Ну, разновидность? Нет. Ну что, сюда ем, да? Мраморные скамейки. Вековые ели. Ель. В обхвате. Какие большие. Сосны. Выходим к местечку Швейцария. Каскадный водопадик, сосны, каменный мостик. Вот как хорошо. Смотри, как здесь склоны сделали. Правда, было тоже красиво. Ну, облагородили. Водостоки каменные. Корни, о, шишки, корни, сосен. Реликтовых сосен, амни. Чудесно.
Местечко Швейцария. Арнинбаумского парка. О, какой чудесный мостик. Речка Карста. Замечательно. Красота. Ромашечки. На каменистом берегу Карста. Чудесно. Какие корни. Цветет липа. Аллея Арнинбаумского парка. Thank you.
ворота Петерштадт Петра Третьего. И снова Нижний пруд, обзорная площадочка, чудесно, вечернее солнышко, красота. Парк уже закрывается, идем к выходу. Точнее, не закрывается, а уже закрылся. Идем на выход. Подписываемся. Ставим лайк. Нажимаем колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих прогулках. И пока, пока. Вот и выход. Местечко называется Лисий нос, елка, да. У меня лежит картина. А вон дом твой виден. Крыша дома твоего видна. А, где квартира? Да. Да. Красный красивый. То есть в окрестностях Ломоносовый красный пруд, Петергофе красный пруд и Знаменки красный пруд. Красивый. Да, вот это вот около церкви Петра и Павла красный пруд. Да. Вот завтра Петра и Павла. Завтра я работаю. Завтра работаю.